Нарушители газовой дисциплины под особый контроль. Ульяновские газовики проводят профилактические рейды, чтобы решить проблемы задолженностей, хищения газа и недопуска для обслуживания бытового оборудования в домах абонентов. Меры самые строгие, вплоть до приостановления газоснабжения. Только так можно обеспечить безопасность. Консультации специалистов, помощь в решении различных вопросов. В клиентских центрах «Газпром», «Межрегионгаз» Ульяновск и «Газпром газораспределение Ульяновск» готовы идти навстречу потребителям. А в период пандемии активнее стали действовать и дистанционные сервисы. Все для удобства абонентов. Ведь за поставленный газ лучше платить вовремя. Функционирование системы личного кабинета «Мой газ» позволяет своевременно и оперативно передавать показания, производить оплату, видеть текущее состояние своего лицевого счета. Однако и сами получатели голубого топлива обязаны соблюдать правила. Одно из них – обеспечить допуск специалистов для выполнения ежегодного техобслуживания бытовых газовых приборов. На первом месте – забота о безопасности. Обязаны соблюдать инструкцию по безопасному использованию газа в быту, информировать обо всех неисправностях, нештатных ситуациях, утечках газа, специализированную организацию по телефону 104 либо 112. Во время осмотров оборудования специалисты снова напоминают о безопасности и необходимости профилактики. А неплательщиков «Газпром» Межрегионгаз Ульяновск берет под особый контроль. Только за прошедший квартал этого года нарушение платежной дисциплины свыше двух периодов зафиксированы у 3000 абонентов Ульяновска. Области. Абоненты должны помнить и понимать о том, что дополнительные расходы несутся после повторного подключения, то есть также госпошлина, суды и все остальное прочее. В одном из домов в Засвияжье в ходе рейда у должников отключили газовые плиты с помощью установки специальных заглушек на газопровод. Рейды для укрепления платежей и обеспечения допуска для техобслуживания газовики намерены проводить и в дальнейшем, чтобы обеспечить безопасность и надежность поставок природного газа. Игорь Каранцев, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск.